Однажды утром доктор Машинкова проснулась и решила, а почему бы ей не отправиться в отпуск? Целый год она работала, помогая машинкам, и заслужила небольшой отдых. Решено, едем в Лондон, но сначала надо собрать в дорогу нужные вещи. В этом шкафу доктор Машинкова хранит всю свою одежду. Давай посмотрим, что у нее есть. О, да тут полный шкаф одежды, которая пригодится Машинковой в путешествии. Куда же нам ее сложить? Ну, конечно же, чемодан замечательно подойдет для этого. Давай начнем. Вот синий рабочий комбинезон. Положим его в чемодан на случай, если первый испачкается. А это голубое праздничное платье может пригодиться, если Машинкова решит пойти в гости. Если похолодает, можно будет надеть эту синюю жилетку. Теперь посмотрим, что у нас здесь. Давай возьмем шарф, чтобы не надуло шею. И теплую шапку на всякий случай. А также запасную кепку. Ну вот, чемодан уже полностью заполнен, а мы еще даже не брали обувь. Что же делать? Ну конечно, рюкзак. Положим обувь в него. Какую же обувь взять Машинковой с собой? Я думаю, могут пригодиться запасные ботиночки. А также кроссовки для бега и активного отдыха. А если пойдет дождь, то понадобятся резиновые сапоги. Ролики тоже не помешают в отпуске. А в таких тапочках можно ходить на пляже и в бассейне. Праздничному платью подойдут эти красивые туфли. Ну вот, все вещи собраны. Пора вызывать такси и ехать в аэропорт. Это можно сделать с помощью мобильного телефона. Смотри, как просто найти ближайшее такси и вызвать его. Запускаем для этого специальное приложение. Смотри, на карте показаны свободные такси, которые готовы приехать к Машинковой за несколько минут. Вот эта машинка уже спешит к нам и скоро будет здесь. А тем временем желтое такси уже ехало к доктору Машинковой. Оно так торопилось на вызов, что не заметила знак «Обгон запрещен», который говорит о том, что обгонять здесь очень опасно. Ай-яй-яй, машинка, нельзя этого делать! Полицейская машина, заметив нарушителя, сразу отправилась в погоню. Включив сирену, она быстро догнала и остановила желтое такси. Знак «Обгон запрещен» очень важный, и нарушая его, можно попасть в аварию, рассказала полицейская машина. Больше не нарушай. Такси пообещало, что впредь будет внимательнее, и отправилась дальше. А в гараже ее уже ждала доктор Машинкова. Увидев, что такси приехало, она поспешила к выходу, захватив с собой рюкзак и чемодан. У гаража ее провожал ее друг, робот-скрипыш, который пообещал следить за гаражом и помогать всем, кто приедет. Ну а Машинкова отправилась в аэропорт. И что будет дальше, вы узнаете в следующий раз. Пока-пока!